Check the mic and make sure it sound right, boys. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вас обучу очень классному, крутому, двойному подъему. Только что видели очень классную, крутую демонстрацию, поэтому прямо сейчас ставь лайк, пиши комментарий и подпишись на мой канал. Let's go обучаться! Итак, ребята, вот и обучение на очень классный, на очень крутой, самый, наверное, чистый, самый интересный двойной подъем. Смотрите, для этого вам нужна, в принципе, колода карт. И все. Ну и желание научиться делать данный двойной подъем. Выберите колоду карт в левую руку. Вот таким вот образом. Как будто вы сейчас будете пролистывать так вот колоду. Хотя почему как будто? Вы сейчас будете пролистывать вот таким вот образом нашу колоду карт. Берем и пролистываем. То есть, по сути, это двойной подъем, который сразу встроенный в фокус. То есть, я беру колоду карт, допустим, как-то там ее подснимаю, перемешиваю и говорю, смотри. Я так буду пролистывать, ты мне скажи где-нибудь стоп. Давай. Здесь, окей. После чего мы засовываем наш средний палец, там, где нам зритель сказал стоп, слистываем карту одну и вторую большим пальчиком. И далее средним пальчиком мы вот так вот эту карту достаем. Далее показываем зрителю его карту, то есть у нас 10 крести, и ее полностью достаем и переворачиваем. То есть говорим, это твоя карта 10 крести. То есть, разумеется, у нас сейчас здесь две карты, но мы показываем, будто здесь одна карта. Вы можете эти карты брать, там, подбрасывать, как это делал я в демонстрации. Подбрасывать как-то можете их, там, потом делать какие-то сменки. Я не знаю, в принципе, уже все дело зависит от вас. Моя задача вас научить делать такой двойной подъем. Потому что, в принципе, он сразу уже встроенный, сразу интегрированный фокус. То есть колода карт перемешалась. Зритель нам говорит где-нибудь стоп. Допустим, вот скажите мне стоп здесь. Засовываем средний палец, отсчитываем большим пальцем. Один, два. То есть у нас две карты здесь. И вот таким вот образом мы достаем из колоды, прямо из центра, две карты. Далее вот так вот переворачиваем руку, показываем то, что типа карта зрителя, четверочка, пик. После чего берем, достаем прям правой рукой здесь две карты. То есть это, я думаю, вообще очень просто. То есть взяли вот две карты. И вот таким вот образом просто хватаем эти две карты. И переворачиваем. То есть сейчас здесь две у нас карты. После чего вы большим пальчиком левой руки вот так вот приподнимаете эти две карты. То есть из-за того, что у вас две карты лицом вверх, а вся остальная колода лицом вниз, все карты, то эти две карты у вас спокойно вот так вот отходят от колоды. И далее вы уже можете перевернуть их и забрать якобы карту зрителя в центр. И далее, допустим, щелкнуть пальчиками и показать, что карта зрителя уже вверху. Но все же я вам рекомендую это не использовать прямо как отдельный трюк. Да, это можно использовать, допустим, там как какую-то такую вот сменку. И далее, допустим, замутить еще одну сменку. Да, то есть типа тройная сменка. Можно много чего придумать. Но все же я бы хотел, чтобы вы выучили этот двойной подъем. Потому что он реально крут. То есть вы взяли... Показали, типа, твоя карта, боу, сменка. То есть очень много чего дальше можно сделать, выучив этот двойной подъем. Кто-то скажет, а чем же плохой вот такой двойной подъем, да? Или же вот такой двойной подъем. Или же, например, вот такой двойной подъем. Да ничем эти двойные подъемы не плохи. Но просто, если вы знаете много двойных подъемов, то это, во-первых, хорошо, во-вторых, это прикольно, в-третьих, это круто, в-четвертых, это интересно, в-пятых, вы всегда что-то будете делать новое для зрителей. То есть вы, например, первый раз сделали вот такой двойной подъем, да, второй раз вы сделали вот такой двойной подъем, там, восьмерочка, типа, да, третий раз вы сделали вот такой двойной подъем. И постоянно вы будете менять двойные подъемы, и ваш зритель даже не будет догадываться о том, что вы делаете двойной подъем. Он будет думать, что типа, ну, что-то новое, просто вы что-то так вот решили красиво перемешать карты, потом вот так как-то красиво достать карту зрителя. Там он как-то ее подписал, вы ее взяли, фу, подули,
якобы забрали ее в центр, разумеется, другая карта, и она вас сказала сверху. Но ни в коем случае не показывайте сразу вот так вот, типа, оп, твоя карта, нет. Лучше спальмируйте ее, как-то достаньте из кармана. Можете, если не умеете делать топ-пальм, либо, короче, верхнюю карту, можете нижнюю карту спальмировать, то есть вот, оп, и забрать ее тоже в карман. Либо же можете ее в гамблерскоп забрать, то есть много чего, ну или хотя бы же банальный вот такой вот продакшн карты сверху тоже будет смотреться лучше, чем если вы просто сделаете щелчок и покажете то, что вверху лежит уже карта зрителя. Поэтому, ребята, обучайтесь крутым техникам, ставьте лайки, пишите комментарии, пока!